Всем привет, дорогие друзья, гости канала и подписчики. Хочу сказать огромное спасибо всем подписчикам, кто на меня подписан, кто смотрит мой канал. Нас уже 100 человек, и это очень радует. Спасибо вам огромное, что подписываетесь, спасибо, что заходите, смотрите мое видео, ставите лайки или дизлайки. Огромное вам спасибо. Ну а теперь по сути. На дворе март месяц. Я продолжаю делать ремонт в своей кухне. На этот раз я занялся электропроводом. И сейчас я вам покажу, все расскажу. Решил я, в общем, делать монтаж электропроводки сначала в спальне полностью сделаю, а потом перейду в другую комнату. В общем, что у меня тут получилось, смотрите сами. Вот, короче, у меня здесь получается две распределительные коробки, значит, вот первая группа, и вот там вот вторая группа. Какие использую провода? Провода использую по классике жанра, сечением 2 на 1,5 и 2 на 2,5. То есть на розетке я опускаю 2,5 сечения, а на свет и на выключателе 1,5. Значит, поехали дальше. Значит, вот решил я делать монтаж по потолку, по периметру. Вот это все крепится на клипсы 16, я крепил шагом через 40. Здесь у меня идут закладные через 40 полностью по периметру. То есть к ним я и креплю эти клипсы. Вот, использую гофру. Вот, провод. Тоже вроде фирма неплохая. Юшкабель, у нас такая в Украине есть фирма. Вот, вот это вот, смотрите, все идет по периметру. Вот, это все будет в дальнейшем закрываться вторым уровнем. Это я все зашью. Значит, начнем с чего? Начнем вот, допустим, вот с этого опуска. Значит, здесь подходит провод, два провода. Один 2,5 на 2, второй 1,5 на 2. Вот этот вот провод сейчас я покажу. Вот он. Будет на розетке. Это получается, у меня здесь будет стоять кровать двухспальная. Над кроватью здесь будет небольшой узор зипсокартона. И, естественно, нужны розетки. Над самой кроватью будут розетки, то есть или двойная, или тройная. И вот подсветка. Сечение 1,5 на 2. Тут же будет подсветка. Одна. Так, поехали дальше. Здесь у меня получается точка розетка. Вот она, возле окна, под самым низом. Вот. Здесь двойная или тройная, еще не решил. Так, едем дальше. Едем дальше. Вот так вот я их проложил. Так, здесь тоже опуск. Тоже самая розетка. Но здесь будет стоять компьютерный стол. И здесь надо будет по-любому прокидывать еще интернет, витую пару. Ну и, естественно, 2,5 на 2 сечения. Двойная розетка плюс розетка под интернет. Вот это вот старая проводка. Здесь штроба я когда-то делал. Я ее буду полностью замажу, ее уберу. Она не нужна. Уберу. Так, поехали дальше. Значит, вот так вот у меня идет здесь. У меня опуск получается. Тоже будет висеть телевизор в дальнейшем. Сечением 2, провод сечением 2,5 на 2. Высота будет здесь по стандарту 1,30 м, по-моему. Вот. Здесь тоже будет витая пара и двойная розетка. Так, вот это у меня наверху здесь пошло 1,5 на 2. Это будет подсветка на второй уровень потолка. Едем дальше. Вот это полностью вторая группа, распределительная коробка. Здесь именно будет все по свету соединяться. Значит, что тут еще? А, забыл еще показать. Вот розетка, еще опуск. Вот здесь. Вот это вот жмуты, не обращайте внимания, это все времянка, я это все поубираю тут. Плюс еще видеонаблюдение, старые розетки, это все времянка. Тоже будет опуск, двойная розетка. Так, что еще по свету? Ну, по свету вроде все. А еще и люстра забыл вам показать. Классика жанра, обычная люстра.
Она, провода спрятаны там под гипсокартоном, это я делал изначально. Получается, питание будет идти от первой группы отдельно и от второй группы отдельно. Вот туда пошли, в ту комнату, два провода с сечением 1.5 на 2 и 2.5 на 2. Сейчас я вам покажу. Пойдем в ту комнату. Вот отсюда они выходят, вот эти два провода. Вот один провод питания на свет, второй провод питания на розетки. Это все будет идти то же самое по потолку здесь. И вот в этом месте я планирую, короче, сделать это самое, щитовую. Здесь у меня будет распределительная, это щитовая. А так по электрике тоже, во второй комнате тоже будет по периметру. Здесь так же самое. В следующем видео я покажу, как я буду соединять их в распределительных коробках. Чисто запилю видосик. Ну, в общем, я использую по классике жанра старый дедовский способ. Это скрутка и пайка обычным припоем. В общем, вот эти, по поводу еще забыл вам сказать, вот эти вот коробки еще распределительные. Я буду полностью, они будут полностью закрываться на ухо и прятаться. Я не вижу смысла их оставлять, чтобы они были видны, там туда нефиг лазить. Оно все спаяется, все закроется. А на этом у меня все. Все, что я хотел вам показать. До свидания. Спасибо за внимание. До новых встреч.